Позади уже тема знакомства, выбора спутника жизни. У нас уже и помолвка прошла, и брачный завет заключен. И когда люди после свадьбы такие радостные, счастливые, думают, ну все, теперь заживем, как в сказке. Хорошее желание. Но на самом деле, если мы с вами читаем сказки, то в сказках все сказки заканчиваются хэппи-эндом, да? Пир на весь мир. И последние слова. Тут и сказочки, конец. Все, сказка закончилась, начинается жизнь. Почему я еще в сказке не живу? Вроде бы стараюсь, молюсь, ищу Бога. Вот. А почему еще в моей жизни нет сказки? Да потому что сказка уже закончилась. Наступила жизнь, наступили будни, и это время, ну, время труда. Это время труда обоих. И я благодарен Богу за эти возможности, что в этом году у нас вот такие вот уроки, школа семьи. Это полезно для всех нас, это очень важные такие темы. И мы в Полевском, нашей церкви, мы собираемся также по четвергам молитвенное служение и включаемся, полчаса где-то мы включаем также онлайн и смотрим вместе с вами все вот эти уроки и отзывы наших братьев и сестер всех возрастов, они просто, ну, очень рады и говорят большое спасибо за все вот эти вот служения, за все вот эти вот онлайн-служения, потому что они на самом деле важны для тех, кто только начинает семейную жизнь, для тех, кто начал, тот, кто продолжает, и даже для тех, кто уже там на пенсии, да, в возрасте. Но это также очень важно. Ну и пользуясь таким случаем, я хочу передать своей церкви привет. И сегодня мы снова вместе с вами. Правда, я в Екатеринбурге, вы дома. Пусть Бог нас благословит. Слава Господу. Ну что ж, сегодня у нас будет тема роли в браке и обязанности мужа и обязанности жены. Сказка закончилась, наступают обязанности. И есть такие знаменитые слова Шекспира. И вот хочу привести в одном из переводов. «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль». И на самом-то деле, действительно, мы каждый день с вами играем разные роли. Вот, к примеру, не будем далеко заходить, вот когда мы собирались с вами на служение, кто-то был в роли водителя, кто-то в роли пассажира, кто-то в роли пешехода. Когда мы пришли сюда, встретились, у нас уже другие роли. Братья, сестры встретились, друзья. Вот в данный момент у вас роль слушателя, у меня роль учителя. Мы играем каждый день разные роли. А в семье мужчина и женщина играют другую роль. Это мужа и жены. И сегодня мы рассмотрим обязанности супругов, потому что без обязанностей не будет и обязательств друг к другу. Если нет обязанностей, то ты никому ничего как бы и не должен, из тебя нечего спрашивать. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим в самом начале общие обязанности для обоих супругов. Есть общие. Ну, давайте мы их обозначим. Общие обязанности. И их несколько. Потому что на самом деле обязанности мужа и обязанности жены, они разные. Но есть те обязанности, которые
одинаковые ко всем. И давайте посмотрим место Писания. 1 Коринфянам 11 глава, 7 стих, и мы прочитаем с вами вторую половину стиха. 1 Коринфянам 11, 7. Итак, муж – образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Муж – представитель как бы, Бога, жена – представитель мужа. Они все вместе являются вот именно вот благословением. И первое, что они должны делать, как вы думаете? Давайте мы будем просто обозначить это. Первые общие обязанности. А. Любить друг друга. Любить. Потому что каждый человек нуждается в восполнении такой нужды, как любить и быть любимым. Это потребности каждого из нас. И муж, жена, соединяясь вместе, им необходимо любить друг друга, потому что брак, основанный на основании любви, а не на основании там, ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, давай будем вместе. А если в основании брака есть любовь, то тогда этот брак очень твердый, он преодолеет все. Любовь преодолевает все. И это одно из главных условий вообще-то заключения брака. Если брак заключается на основании не любви, а каких-то других интересов, то он очень слабый. Он очень слабый, и много сегодня мы видим разводов. Почему? Да потому что в основании, возможно, была не любовь, и любовь не прошла проверку испытанием. И, конечно же, любить – это значит поддерживать огонь любви. Я это называю как подготовка, заготовка дров обоими. Заготовка дров для того, чтобы постоянно горел огонь, очаг любви в семье. И для этого нужно, чтобы он горел, а не угасал и тлел. И, конечно же, в этом труд обоих. И как психологи говорят, что романтические отношения между мужем и женой длятся от силы 2 года. Через 2 года наступает другой этап, когда уже любовь не на основании чувств, не на основании каких-то вот эмоций, когда тебя будоражит, когда тебе отсюда хорошо, вот, ты такой доволен, что у тебя есть жена, ты так довольна, что ты теперь не одна, а замужем. Это проходит. И приходит уже повседневность. И вот в этой повседневности необходимо любить друг друга, продолжать любить, несмотря на то, что ведь время меняется, и мы с вами меняемся. Если вы сегодня посмотрите свой альбом, те, кто уже живут больше 10-20 лет в браке, вы посмотрите себя, какие вы были молодыми. Я недавно смотрел свой этот альбом свадебный, так неужели я таким был? Вот. Сейчас всем уже другие. И основание это вот, я понимаю, что основание вот не внешность, не вот эти вот чувства, а основание любви что-то другое. Ты любишь не того, кто внешний, он меняется, а того, кто внутренний человек. И когда ты любишь внутреннего человека, то тогда все легко преодолеть. И супруги призваны покрывать недостатки друг друга. Как сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, что любовь покрывает. Она всему верит, доверяет, она покрывает. И муж покрывает недостатки жены, жена – недостатки мужа. И без любви это очень трудно и невозможно бывает. Потому что не призваны выявлять недостатки. Вот смотри, у тебя, я-то думал, ты такая, а оказалось… Вот не такая, ошибся там что-то, да? И начинают, часто можно видеть, как супруги друг друга подкалывают какими-то и выявляют, показывают именно вот эти вот негативные стороны. Но
любовь, она не позволяет этому делать, она наоборот помогает отношения сохранять. Б. Находить время друг для друга. Продолжать находить время. Что, какое время нужно находить? Находить время и продолжать такие так называемые супружеские встречи, когда были свидания до брака. Продолжать такие же свидания, продолжать такие же встречи, но уже как супруги. Находить время друг для друга, быть вместе. Когда муж и жена бывают только вдвоем, никого больше. И это время проводить наедине, общаться, разговаривать. Доверительные какие-то вот, не выслушивать друг друга в суете жизни, когда жена готовит на кухне, муж сидит в комнате за компьютером, она с кухни кричит ему о своих каких-то вопросах, а он ее не слышит и отвечает ей что-то, и вот все выяснения вот в таком темпе, кто кого услышит, никто никого не услышит, никто никого не выслушает, поэтому нужно это время. У нас картинки-то появляются, нет? Да? А то я-то не вижу хорошо. Также совместно принимать решения, вместе все это делать. И финансы, и расходы, и доходы. Все делать вместе, чтобы не было того, что всем этим занимается только кто-то один. Находить время друг для друга, для того, чтобы понимать друг друга, услышать друг друга и понять. Следующее – это обязанности друг к другу в интимной жизни. Более подробно мы об этом будем говорить в других темах, но Писание конкретно говорит о чем? Муж не властен над своим телом, так же и жена не властна над своим телом, но муж. Поэтому здесь также Писание нас предупреждает, что во избежание блуда каждый имей свою жену, и чтобы вас не искушал невоздержанием сатана, будьте всегда вместе, разве что на время молитвы, на время поста быть без этого, но потом снова быть вместе. Это очень важно, потому что что такое интимная жизнь? И это прежде всего не самая главная цель семейной жизни, потому что некоторые вступают в брак, говорят, для того, чтобы законно заниматься сексом без всяких проблем. Но секс – это проявление, это как бы финишная такая вот пик любви, отношения друг с другом, доверительности. Потому что это более такое вот ярко выраженное отношение любви друг к другу. И его заменить как бы ничем нельзя. И поэтому здесь очень важно со стороны мужа и со стороны жены друг к другу быть в этом. Ну и также следующее – это совместное, что они, воспитание детей. Воспитание детей. Нельзя недооценивать роль мужа
и роль жены в воспитании детей. Они оба важны. И тут нельзя сказать, что жене больше достается, мужу меньше. В основном жена занимается, а муж как получится. И в основном-то у нас, если так вот посмотреть, в основном-то воспитанием занимаются как бы вот жены. Но исключать роль отца в воспитании детей ни в коем случае нельзя. Она даже наоборот в какой-то степени очень даже более важна, чем роль жены. И мы немножко попозже об этом поговорим. То есть они оба должны участвовать в воспитании детей. И еще один такой момент можно отметить, когда муж и жена на какое-то время по разным обстоятельствам, жизненным ситуациям могут заменить друг друга. То есть заменить друг друга на время. Заменять на время, потому что бывают разные ситуации в жизни, когда муж занимается своими делами, и мы их будем рассматривать сегодня, жена своими обязанностями. А вот бывают такие моменты, когда мужа нет дома, или он в командировке на какое-то время длительное, или в поездке, или заболел. Вот у меня был такой случай, когда мы только поженились, мы были еще неверующими, и Светлану положили в больницу на долгое время, где-то она где-то около месяца была в больнице. А у нас старший сын, которому было еще около годика, и я с ним. Полгода даже не было, еще зима даже, помню, было холодно. Полгода ему не было, и я с ним остался, и что теперь делать? Я взял на себя обязанности жены. Я занимался ребенком, я занимался хозяйством, занимался всеми вопросами. И поэтому здесь должна быть в какой-то степени, но это только на время. Жена не должна брать на себя обязанности мужа во всем. Или муж обязанности жены. Потому что у нас сегодня такое время, когда мы позже будем рассматривать, что когда наоборот как бы перепутывается все. Муж – глава. И смотришь, в некоторых семьях-то муж говорит, а что я-то? У меня во, моя всем заведует. Все на нее свалил, а он только вот какими-то физическими мужскими делами занимается. Все остальные вопросы решает жена. Конечно же, так не должно быть. Ну теперь давайте мы перейдем с вами к обязанностям мужа. Как бы мужчинам не нравилось это слово, ты обязан. Возможно, мы друг друга, вот приходя в церковь, тоже говорим, вот кому я никому ничего не обязан. На самом деле, если посмотреть, то в церкви тебе никто ничего не обязан, но всем обязан ты. Это правильное отношение, когда ты всем обязан. И когда каждый приходит и говорит, я обязан всем, то тогда, знаете, атмосфера в церкви совсем другая будет. А когда приходят с такими требованиями, ты обязан, и когда слышат, что ты как муж в семье обязан, это не нравится некоторым мужчинам. Говорят, я ничего не обязан, я глава семьи. Ну, мы посмотрим, кто такой глава семьи. Итак, второе – это обязанности мужа. И когда я готовил тему, то у меня получилось, вот получается, общие обязанности их пять. Также будет пять обязанностей мужа и пять обязанностей жены. И в конце я сделаю такой итог, почему всего, как бы вот, получается, что всего поровну, да? Итак, муж
У него главная роль в семье – это поддерживать экономическую стабильность. Муж – это добытчик, кормилец. Вот он добывает. Ну, немножко забежим вперед. Если муж добытчик, то жена хранительница очага. И все, что он добывает, он приносит жене. А она уже с этим разбирается. И, конечно же, желание жены, чтобы, если муж гоняется за мамонтом, чтобы он всего мамонта приносил, а не только хобот. Всего мамонта. Чтобы он приносил всего мамонта, то тут нужно будет уже, мы будем смотреть это в обязанностях жены. В чем же секрет, чтобы твой муж приносил всего мамонта? И вот если муж выполняет свою задачу, то женщина знает, что она находится хотя бы, ее семья находится хотя бы в относительной безопасности, что какая-то есть стабильность. Муж зарабатывает, муж приносит, муж все делает, и она может успокоиться, она может быть спокойна и видит вот эту вот стабильность, что муж старается все делать от него зависящее. Это очень важно для нее. Она начинает думать уже о чем-то большем, о чем-то том, что у нее будет желание иметь детей, что она не будет бояться, что будет с детьми, как они их вырастят, как будут воспитывать, где будут жить. Есть вот эта вот стабильность и защищенность, чувствует она это. Потому что женщина, она такое создание, что вот ей нужно, чтобы вот было стабильно, чтобы было все вот заранее. Не так, что, а посмотрим, что завтра будет. Муж, он такой вот, что-то делает мужчина. А что получится тут, знаешь, такой экстремал. А жене нужно, чтобы было все спокойно. И наперед знать, что через месяц, через два все будет хорошо. Когда проходит месяц-два, она уже уверена на полгода. И когда вдруг все не так, ее это очень задевает, и она очень-то сильно переживает. И, естественно, это влияет, способствует укреплению любви. Жена доверяет мужу. Она вышла замуж. За мужа. Само слово говорит «за мужем». Правда же, да? Не перед мужем идти, а за ним. И она надежно защищена. Она чувствует вот это, вот этот мир, покой. И тогда она может способна на многое. И, конечно же, когда она чувствует эту защищенность, то стоит за мужем, то следующая обязанность мужа – это защищать. Защитник. И он защитник не только 23 февраля, когда его поздравляют и дарят подарки, а он защитник на протяжении всего года, всей жизни. И когда что-то происходит, какой-то конфликт с кем-то на стороне, то муж, он защищает жену. А бывают такие случаи, когда жена жалуется, он приходит с работы, жена жалуется мужу, говорит, вот у меня инцидент произошел с соседкой. Ну, сама разбирайся. Вот я еще пойду, буду делать. И когда в моей жизни были такие моменты, когда Светлана жаловалась, что вот мы когда жили особенно в общежитии, там одна соседка такая была, женщина, она искала, кого бы укусить, кого бы достать, кого бы... И... Мою жену она выбрала вот объектом нападения. И когда я приходил, она вся расстроена, в слезах. Я шел разбираться. В это время я уже был, будучи христианином, я ничего лишнего не делал, но я свою жену защищал. Я ставил эту женщину на место и видел, как моя жена успокаивалась. Муж должен защищать. И поэтому, когда в семье что-то случается, что-то происходит, когда там с детьми какие-то конфликты, еще что-то, да,
Все ждут папу. Папа придет, и папа разберется. Папа пойдет в школу и защитит. Папа сделает это, папа сделает это. То есть как отец, как муж, должен быть, конечно же, защитником. Это входит в обязанности мужа. Следующее мы рассмотрим с вами. Муж, кто он еще? Подсказывайте. Мы не называли еще. Глава семьи. Муж – глава семьи. Глава. Он самый главный во всем. И в первую очередь, так как мы с вами верующие, муж должен быть священником в семье. Священник в семье. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Это должно соблюдаться. Потому что муж стоит, священник стоит перед Богом, в его покровительстве семья и жена, защита, снабжение, а жена за мужем, она занимается уже домашними делами, детьми и всеми остальными, что входит в ее обязанности. И вот муж, он дает видение семье. Какой он видит семью? Он это доносит до семьи, он это говорит, он это возвещает. И жена, она подхватывает, она берет, и вместе с ним они начинают смотреть, какая их жизнь будет, что их впереди ожидает, какие у них планы, что они хотят. И когда я только, ну еще до женитьбы у меня уже была стратегия. Хотя бы вот в этом, и когда мы со Светланой познакомились и поженились, я ей говорил, у нас будет минимум как трое детей. Так оно и произошло. Я говорю, потому что один это не ребенок, два это, говорят, полребенка, три это самый раз. То есть три это будет минимум. У нас три сына. И хотелось, конечно, чтобы была дочка среди них, но так получилось, что вот все сыновья. И за это тоже слава Богу. Муж, он как священник, на нем лежит ответственность за духовное водительство и покровительство семьи. Он должен молиться за семью прежде всего. Он должен быть этой защитой. И, конечно же, на нем лежит ответственность духовного воспитания детей. Потому что если муж, как священник, не выполняет своих обязанностей этих, то дети, они вырастают далеко не такими, какими бы нам хотелось их видеть. И вот мальчики, они сами собой впитывают поведение отца. Они смотрят на отца и просто копируют его. И зачастую можно слышать, вот смотри, идет, ну прям вылитый отец, прям и походка у него, и поведение у него такие, и говорит-то он как прям как отец. Они просто это впитывают, копируют это в себе. А вот девочки, о девочке чуть попозже, просто приведу свой пример. Почему это так? Потому что как относятся отцы к детям своим, так же вот сыновья будут относиться к своим детям. И так получилось, что я рос не с родным отцом, но слава Богу за него. К сожалению, так получилось, слава Богу за него, чем за родного, потому что родной мне вообще не знаю бы, что дал. И вот его отношение, он был таким человеком, трудоголиком. Он только работать, 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 никаких выходных.
Ну, потому что сам был так воспитан и рос во время, послевоенное время, и все это легло на его плечи очень рано. И, естественно, это начал вносить и в семью. Я не хочу ничего сказать про него плохо, но мне не доставало вот этого отношения. Он не относился ко мне, потому что я не родной сын, поэтому какое-то отношение такое. Нет, он просто сам по себе такой. И к родным своим детям он тоже был малословен, мало разговаривал. И он со мной в основном молчал. И знаете, вот это отразилось на мне, когда родились мои дети. Я начал себя ловить на том, что иду с детьми куда-нибудь из садика, или в садик их отвожу, или еще куда-нибудь, или находимся вместе, я молчу. Я ничего с ними не разговариваю. И думаю, как, ведь я должен с ними разговаривать, как отец, а я молчу. И я ловил себя на том, что я не могу с ними разговаривать. Я заставлял себя с ними начинать разговаривать для того, чтобы участвовать в их жизни. То есть это сказывается. Поэтому роль священника в воспитании детей, мужа, очень важна. А вот девочки – это совсем другое. Им очень важно внимание, мужское внимание отца. И когда они в отце видят вот того человека, который их любит, защищает, и они рядом с ним, то они защищены любовью отца. А если вот в детстве девочки не получают, недополучают или вообще отсутствует любовь отца, то в подростковом возрасте они начинают искать на стороне мужское внимание. Они начинают там искать, потому что дома они не нашли. И они ищут, и, конечно же, последствия бывают очень печальные и плачевные. Чтобы этого не было, любовь отца к девочкам должна быть полностью им дана. И не случайно, когда девушки, выходя замуж, они ищут и говорят: «Я бы хотела, чтобы мой муж был вот как мой папа». Потому что они видят вот именно вот это. То, что им нужно. То, что защищенность, спокойствие. Им нужен такой же муж. И они вот ищут его. Поэтому любовь отца, она защищает детей. Ну и, конечно же, глава семьи, он должен управлять документами семьи. Иногда бывает так, что когда муж, какие-то документы ему надо, он говорит: «Жена, где у нас вот эти документы, где вот эти?» Жена говорит: «Сейчас найду», и она ему приносит, потому что всем заведует она. А он даже и не знает, где даже это лежит, не говоря о том, что это за документы. Муж, как глава семьи, должен всем этим управлять. Это все должно быть у него, а не сваливать все на жену. Это обязанности мужа, не обязанности жены. Следующее – брать инициативу и ответственность. И ответственность. Инициатива и ответственность, которую должен брать муж на себя. Он ответственен за принятие решений в семье, а не сваливать все на жену. Но я же мужчина, бывает так, вот в паспорте написано, что я мужчина. Все, я глава семьи, а я здесь самый главный, я распоряжаюсь. Так, жена, ты делай все это, делай это, я же деньги приношу, всем остальным занимайся ты. Я тебе доверяю, я тебя люблю, все делай ты. А я с работы пришел, устал. Надо отдохнуть, телевизор посмотреть, там еще какие-то дела. И вот жена несет на себе все это, а муж ответственность на себе не хочет брать на себя ответственность. Но мужчины так устроены, что они как бы глава семьи, как бы хотят всем заниматься, но... Опять же, влияет то, в какой семье они росли. Если они росли в той семье, где мама всем верховодила, мама всем управляла, естественно, у них такой образ сложился, и они это переносят в семью и говорят: ну, жена, ты всем владей, я тебе все отдаю. Они боятся взять на себя ответственность по той причине, что как бы чего ни вышло.
вдруг не получится. И у них сразу же такой образ. Если у них что-то не получится, то жена обязательно его начнет упрекать и говорить: ну вот, сделал не так, как я тебе сказала. Я же тебе говорила, нужно сделать вот так. Ты не послушал меня, вот и получилось. Получилось, что ты... И начинают его обвинять. И поэтому они боятся сделать ошибки, но на ошибках и учатся. Поэтому мужчине важно не ждать, когда жена что-то будет брать на себя ответственность, а самому брать ответственность, самому проявлять инициативу. Ну а жене нужно иметь мудрость, чтобы вперед не лезть и на себя все не взваливать. Потому что есть одна такая, ну тоже в обязанности жены, посмотрим, чтобы они не брали то, что им не следует брать на себя. Почему такое происходит? Так. Муж должен распоряжаться всем этим. И, конечно же, нужно принимать решение слушать жену, что она говорит, потому что жена является мудрым советником во многих, потому что это не секрет, что за великими мужьями стоят кто? Великие жены. А вот и у нас такой стереотип сложился, что женщина, она ничего путнего сказать не может и посоветовать не может. Поэтому и родилось такое, что выслушай женщину и сделай все да наоборот. Тогда у тебя получится. Но это не всегда так. Поэтому мужчине нужно научиться брать ответственность на себя и принимать решения. Жена советует слушать ее совет. И если ты принимаешь ее совет, и если ты сделал, и так получилось, что не получилось хорошо, получилась провальная ситуация оказалась по совету жены, то муж должен... Не обвинять жену, ну вот, я же, вот ты мне посоветовала, ты мне наговорила, я сделал, как ты сказала, и смотри, что из этого вышло. Ничего хорошего. Так вот, ответственный муж, он не будет валить все на жену, а он это, принимая решение, он принимает как свои решения. И даже если произошла ошибка, он не обвиняет жену, а наоборот показывает, вот смотри, у них есть время общения, у них есть время друг для друга. И вот смотри, мы сделали так, вот, как ты хотел, но у нас не получилось. Вот, и давай будем дальше делать как, что. И принимать решение, брать ответственность на себя и не бояться ничего. Тогда жена будет через это более мудрее, более умнее. Потому что на ошибках учатся все. А когда муж не проявляет инициативу, не берет ответственность на себя, он все тянет, тянет. Что остается делать жене? Жена, она не может спокойно смотреть на то, что ничего не делается в семье. Ей нужно, это, чтобы это делалось. Зачастую бывает, что жены торопятся и все берут на себя. А вот здесь нужно иметь мудрость подождать, позволить ему хлебнуть того, что он должен сделать и не сделал. Тогда поумнеет. На это надо надеяться. Следующее – это благорасположение внимания к жене. Внимание. Внимание к жене. Потому что жена, она нуждается во внимании мужа. Это романтическая часть мужчины. Эта романтическая часть лежит на вас, на нас. Потому что жена нуждается во внимании мужа. Не только тогда, когда она была невестой и получала все для себя. И песни под окном,
и стихи, и цветы, и конфеты. Свадьба закончилась, муж объявляет, сказка закончилась, все. Нет, вот это должно продолжаться. Ей хочется, чтобы успокоить в своем сердце, ей хочется услышать от мужа, что он ее любит, увидеть, что он ее любит. Поэтому, если она не видит этого и не слышит, она часто ему задает вопрос: «Ты меня любишь?» А мужья не склонны говорить, по многим мужчины, они говорят: «В ЗАГСе же я сказал «да». И они думают, что это достаточно. А женщине этого недостаточно. Она по-другому устроена. Ей нужно внимание. Думаешь, что она плачет? Все хорошо, деньги есть, дети не болеют, муж что-то, все нормально, она плачет. А ей просто внимание твое нужно. Продолжать дарить цветы, знаки внимания, какие-то подарки. Вот не только на 8 марта и день рождения, Новый год, а так вот спонтанно, в любое время, даже дня и ночи, возможно. Продолжать это делать. То, что ты делал в конфетно-букетный период, продолжай это делать в течение всей своей жизни. Через это укрепляется любовь, укрепляются взаимоотношения. И мы в этом году также вот сделали школу семьи, год семьи. Мы тоже в своей церкви решили это сделать и провели вечер для супружеских пар. И выяснилось, что вот именно вот этих отношений со стороны мужей практически нет. И жены уже свыклись, привыкли. И когда мы говорили вот об этом, я видел, как у сестер загорелись глаза. Им это надо. Они хотят этого почувствовать, увидеть. Ну, а братья, мужчины, они такие: «А что? А как? Неужели продолжать? И странные вещи для них. Ну, что-то, дай Бог, будет сдвигаться в этом плане». 1 Коринфянам 7:3. Это повеление мужьям. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Но здесь в первую очередь обращено к мужу. Поэтому на мужа большая ответственность в ухаживании. Муж оказывает должное благорасположение. Ефесянам 5 глава 33 стих. Прочитаем первую половину стиха, потому что это относится к мужу. Вторая половина стиха – это к жене. Мы попозже об этом рассмотрим. «Однако каждый из вас должен любить жену свою, как самого себя». Что такое любить? Это отдавать. Не брать с жены: «Я люблю тебя, поэтому ты мне ублажай меня». Нет. Любить жену – это значит отдавать для нее. И оказывать должное благорасположение. Поэтому инициатива должна исходить в первую очередь от мужа. Потому что если так вот посмотреть, кто за кем должен ухаживать? Жена за мужем или муж за женой? Мужчина за женщиной или женщина за мужчиной? Ну, конечно, в основном и принято, что мужчина ухаживает за женщиной. Женщина ухаживает за мужчиной, жена за мужем ухаживает, когда вот он заболел, лежит с температурой. Вот она за ним ухаживает, бегает за ним, все это. А он тут, температура 37, а он умирает, нуждается в заботе. И, конечно же, со временем мужчина должен становиться зрелым, развиваться, познавая свою жену, знать, почему она переживает так, почему она вот в этот раз плачет, что случилось, как. Он должен уже чувствовать ее, знать ее, и что-то произошло, он уже должен знать, что нужно сделать, чтобы жене было спокойно, чтобы она успокоилась, чтобы она была радостна, чтобы было у нее все хорошо. То есть мужчина должен быть зрелым, а не каким-то там, ну, как мой папа, такой и я. Неважно, какой у тебя был папа,
У тебя сейчас другой папа. Наш Бог, Он наш Отец. И Он нам дает пример, как нам нужно обращаться друг с другом, с мужем, с женой. Аминь. Вот такие вот нехитрые, но очень важные обязанности мужа. Но сейчас мы перейдем с вами к обязанностям жены. И пока я буду писать, то скажите, что должна в первую очередь жена? А в Библии другое слово написано. Так, так, что-то я услышал. Бояться мужа. Правильно. Жена должна бояться мужа. Для женщин это кошмар. Но я вас сейчас порадую. Это в синодальном переводе у нас так. А в современном переводе звучит так. Ефесянам 5 глава 33 стих, вторая половина стиха как раз относится к женам. Жена же должна, в синодальном написано, бояться мужа своего. А в современном переводе звучит, жена же должна уважать, почитать мужа своего. Уже совсем по-другому звучит, да? Приятнее. Уже согласны. Уже не ужас. Уже хорошо. Уважать и почитать. Страх – это значит бояться огорчить и разгневать его. Это то же самое, как страх Господень. А начало мудрости – это страх Господень. Да? Начало мудрости жены – это страх перед мужем. Как страх перед Богом грешить. Не огорчать его своим грехом. Вот этот страх перед Богом. То же самое и перед мужем, чтобы его не огорчать. Уважать, почитать – это отношения. И, конечно же, эти отношения, они прежде всего, опять же, основание что? Любовь. Если есть любовь, то тогда не нужно будет из жены вытягивать, уважать и почитать своего мужа. Это будет, естественно, ее отдача, потому что она его любит. И в этом есть что, раз в Писании об этом сказано, то в этом есть благословение для жены. Это основание для того, чтобы Бог тебя как жену мог благословить. У тебя есть страх перед Богом, и страх перед мужем, почитание и уважение Его как главу семьи, глава которого является Христос. То тогда все стоит на свои места. И, конечно, нам, людям, это кажется, как это я подчиняться буду, как это я вот под это буду. Ну, вот так устроено Богом, и в этом есть благословение. Нужно просто это понять, и тогда не будет никаких проблем. Итак, первое, значит, следующее. Так, а, бояться мужа, и б, знаете, кто жена? Если муж глава, то жена кто? А? Ну, а вот в организме, если голова, то что? Помощница чего, где? Сердце. Без сердца жизнь невозможна. Правда? Сердце, оно очень чувствительно. И когда ты испытываешь страх, оно колотится с бешеной силой. Когда вот, я помню, когда что-то приходило, такие ситуации, что вот просто страх приходил, сердце начинает колотиться.
если ты переживаешь какие-то положительные эмоции, хорошее настроение, оно так спокойно, оно так ровно бьется, все хорошо. А когда состояние влюбленности, оно тоже так вот начинает трепетно биться, так вот такие эмоции переполняют тебя любви, да? То есть сердце чувствительное, поэтому жена, она очень все чувствует. Она все переживает, она очень близко принимает все к своему сердцу. Иногда Светлане говорю, слушай, ну не принимай так близко все к сердцу. Она не может, женщина, не принимать все близко к сердцу. Она все принимает вот так вот, она переживает, волнует, она все чувствует. И когда видит мужа, муж идет с работы, она уже чувствует так, что-то случилось, что-то не так. Или наоборот, о, все хорошо, какое-то вот чувствую, что вот... Там премию ему выписали, или что-то хорошую новость принес, да? Ну что-то хорошее там, или с рыбалки идет, значит, рыбы много наловил, или не поймал ничего. Она чувствует, переживает. Поэтому сердце должно быть надежно защищено мужем. Очень важно это. Когда на сердце мир и покой, тогда все и вокруг уже не имеет никакого значения особенного. Даже есть трудности, есть какие-то препятствия. Но если жена спокойна, то тогда все хорошо. Потому что она многое что может сделать. А когда она переживает, беспокоится, это значит, она так реагирует. И нужно, естественно, что-то делать для этого. И когда твое сердце болит, что ты делаешь для этого? Все, чтобы оно не болело. Так же и по отношению к жене. Она чувствует все. Ну, а следующее, конечно же, это уже ее прямая такая обязанность. Если муж добытчик, то жена хранительница очага. Хранительница очага. Она хозяйка в доме. И в доме, когда порядок, уют, все приготовлено, все сделано, все находится на своем месте, она создает уют. Она делает все, чтобы дома было приятно, чтобы дома было хорошо. Это на ней все, это ответственность и обязанность ее. Жена должна делать все так, чтобы мужу хотелось прийти домой, чтобы у него было желание прийти домой, чтобы у него было приятно приходить домой, чтобы он, ну просто с работы, когда он идет, чтобы он не задерживался там с друзьями, а потому что дома там он знает, что сейчас придет и начнется очередное пиление его. Вот опять не то, вот там это. А когда он видит другую атмосферу, чтобы его просто тянуло домой. А муж, в свою очередь, должен делать все так, чтобы жене было приятно его встречать, чтобы она его ждала. А не так, о, время уже подходит, сейчас мой придет. Лучше бы он еще во вторую смену поработал, денег побольше заработал, чем домой придет и опять начнется там вот это. Нет. Чтобы она была в таком положении, что ей приятно. Она просто ждет своего мужа, когда же он придет. Он приходит, и она встречает его. И, конечно же, это большой труд и ответственность. На ней лежит ответственность, чтобы дома было все хорошо. И, естественно, муж, в свою очередь, должен все это ценить. Делать так, чтобы жене это было не в тягость, а наоборот, в радость. Потому что я просто удивляюсь, вот смотрю на себя, да, вот всегда же сравниваешь с собой. Вот я смотрю, вот мы приходим иногда, где-то были в гостях или там в какой-то поездке, приходим домой, и дома кушать нечего. То есть ничего не приготовлено, уже все заранее было съедено. И только я прихожу, я еще только переодеваюсь, что-то там делаю, слышу, она меня уже зовет на кухню. Пошли кушать.
Что она успела приготовить за это время? Смотрю, что-то быстренько что-то придумала, сделала, перекусили. Потом она готовит ужин, и все нормально. Я сытый, мне хорошо, все нормально. Как вот у женщины есть вот эта вот возможность все вот сделать, и, можно сказать, даже из ничего что-то сделать такое, что вот, у меня бы так не получилось. А у нее получается. Это говорит о том, что она хозяйка и хранительница очага. Все здорово. И вот как раз вот та функция следующая. Жена, помощник и советник. Помощник и советник. Когда Бог сотворил женщину, Он ее сотворил именно вот из ребра, как помощник. Она поддерживает своего мужа. Она рядом с ним. Ее обязанность – помощник и советник, а не брать на себя функцию главы. Раз голова не берет на себя ответственность, жена начинает брать ответственность на себя. Вот здесь нужно и мудрость, и дать мужу почувствовать себя ответственным за принятие решений, что это на нем. Потому что бывает такое, вот, когда я разговариваю с сестрами, и они жалуются, не то что жалуются на своих мужей, а констатируют такой факт, что вот муж у меня ничего не делает, все я делаю. И когда мы разговариваем, мы выявляем, что в свое время, ему не дали возможность проявить себя как мужчина. Он тянул, не хотел ответственность на себя брать, тянул. Жена не выдержала, начала все делать сама. Он успокоился, да, все хорошо. И мужчины так успокаиваются, а жена всем занимается. Ну зачем мне себя как-то вот нагружать всем этим? У меня своих забот хватает, а не надо, не хочу об этом думать. И всем занимается жена, он так отстранился, лежит на диване. И он становится... Мужья привыкают к этому и ничего не хотят делать, и становятся похожи на ленивых котов, которые даже не хотят ловить мышей. Лежат себе на диване и ничего не делают. Все делает жена. Как однажды я иду, смотрю во дворе... Одна женщина выхлапывает вместе с детьми маленькими, выхлапывает половики, ковры и палас. Я говорю, что ты все одна-то тут, тем более она живет еще там на шестом или седьмом этаже, и все это таскаешь, где твой муж-то? Знаете, что она сказала? Он дома, лежит на диване и прелюбодействует. Я не понял. С телевизором. Он лежит на диване, телевизор смотрит. Жена там с детьми ходит, ковры, а он лежит и глава семьи. Ей приходится одной все это делать. Потом рассказывают такую ситуацию, что счетчик сломали на лестничной площадке. И жена идет и занимается установкой счетчика, находит людей, находит все это, все делает сама. Сантехнику делает она, муж объелся груш. Так вот, мудрая жена, вот жене нужна мудрость от Бога, чтобы она проявила терпение, ой, какое терпение нужно, чтобы вот мужчина все-таки взял на себя ответственность и начал что-то делать, да? Слава Богу, это не во всех случаях, но есть такое. Мудрая жена, она устрояет дом свой, а глупая жена разрушает его, да? В притчах так написано. Вот не надо пилить мужа, не надо доставать мужа, а надо просто дать ему возможность проявить свою ответственность и инициативу. И, конечно же, все это терпение и в мудрости. Так вот, мудрая жена, она советует мужу, что нужно сделать вот так-то и так-то, и она ему так советует, что он это принимает как за свою идею. Это ее идея. Она ему так преподносит, что он думает, что это он такой молодец. Он додумался до этого. И когда он это делает, все получается, класс, он такой довольный и думает,
какой я молодец, сделал, получилось. А мудрая жена, она не будет кричать ему: если бы не я, ты бы этого не сделал, то я тебе сказала. Надо же, чтобы ее тут на пьедестал поставили. Нет, на пьедестале стоит муж. А мудрая жена знает: ну, я-то знаю, по какой причине ты сейчас на пьедестале. Благодаря мне, я тебе хорошо посоветовала. Теперь я знаю, как сделать, чтобы ты мне купил подарок. Мудрая жена все знает. Она должна вдохновлять на подвиги мужа. И когда она его вдохновляет, она восхищается им. Если, жены, хотите, чтобы муж принес целого мамонта, вам нужно вдохновлять их на подвиги, восхищаться ими. И даже какую-то мелочь, вот прибил гвоздь, там повесил картину. Слушай, ты так это сделал, как никогда раньше. Ты так особенно вообще классно это сделал. Ну, ты молодец, я просто тобой восхищаюсь. Мужу ничего не нужно, как похвала. Его только похвалишь, он... Ну, только когда делаешь искренне, да? Подвохнул сразу, почувствуешь, что что-то тут не то. Ага, опять надо мной смеются. Опять мне выставляют вот это. А вот именно вот это вдохновляет. И настроение поднимает. И когда я слышу это от жены своей, не очень приятно. Нос начинают задирать. И хочется что-то еще больше делать. Так оно и есть. Мудрая жена устрояет дом свой. Ну и последнее «Д». Воспитание детей. Воспитание детей. Потому что жена, она все равно с детьми находится больше времени, и от нее зависит, чтобы она могла вырастить здоровых, воспитанных детей в послушании. И, конечно же, в уважении к отцу. И уважение к отцу детей во многом формирует жена. Насколько она боится мужа, настолько она может донести это до детей, и дети это возьмут, и у них тоже будет такое же уважение и почитание отца. Это перейдет к детям. Они принимают это. И вот эти обязанности, они просто помогают сформировать то, что мы с вами хотим. А что мы с вами хотим? Нам много ничего не надо. Нам нужно, чтобы наши семьи были счастливыми. Аминь. И когда вот каждый берет на себя эту ответственность, на себя вот эти обязательства и выполняет эти обязательства добросовестно, не сваливая друг на друга, то тогда действительно семья будет счастливая. Это вовсе не говорит о том, что не будет трудностей, не будет препятствий, не будет ссор. Без них нет ни одной семьи. Если вы можете сказать: а вот я знаю, одна семья, вот, ну, вообще идеальная пара, у них вот так, никогда ни скандалов было, не было. Вы не знаете, что у них там происходит. Они просто, возможно, это не выносят на общее обозрение, что у них происходит. Но они все равно сталкиваются с этими. А если их отношения на сегодняшний день вот так вот идеальные, то вы ведь не знаете, что им вообще пришлось пройти, что им пришлось преодолеть, какие трудности, какие препятствия. В каждой семье ссоры, но эти ссоры не для того, чтобы рассориться и расстаться, а не для того, чтобы их преодолеть вместе и еще сильнее прилепиться друг к другу, поддерживать друг друга, переживать друг за друга. И с годами любовь, она может даже еще больше укрепляться между супругами. И вот мы посмотрели, да, вот 5 обязанностей мужа и 5 обязанностей жены. Это как бы такое вот равновесие. И когда вот это все соблюдено, действительно, это благословение для семьи. Но когда баланс меняется, когда кто-то из них берет на себя ответственность, потому что тот не хочет, естественно, что произойдет? Произойдет дисбаланс.
произойдет бодение. Отсюда и все вот эти вот семейные катаклизмы, ссоры, непонимания, обиды. И бывает так, что это до боли и приводит к печальным последствиям, как развод. Мы уж не говорим даже о неверующих людях, что среди верующих происходят такие вещи. И вот как раз обязанности мужа, обязанности жены, роли мужчины и женщины в браке, они очень важны. Они очень важны. И муж, как священник, он ведет свою семью, ведет к Богу. На нем больше ответственность. Если так посмотреть, на мужа больше ответственность. И в роли священника это вовсе не говорит о том, что он дома проповедник и учитель, и пастор. Так, жена, слушай, что я тебе говорю, и начинаешь читать проповедь. Нет, в семье проповеди не идут. Учение там не нужно. Там другой подход, там другое общение совсем. Поэтому нужно иметь мудрость в том и другом случае для обоих. И, конечно же, за всем этим стоит благословение для нашей с вами жизни. Поэтому пусть Бог благословит. И в заключение я бы хотел помолиться, чтобы Господь действительно благословил мужчин, чтобы они брали на себя ответственность, чтобы они действительно проявляли то, что на них возложено, не убегали, не прятались за своих жен, но вставали на свое место, чтобы жены были мудрыми, чтобы все вот этот вот был баланс Божьего благословения в наших семьях. Аминь.